dead, dead, dead. Someday you'll be dead. Сегодня первый выпуск подкаста Dead is Dead. И сегодня у нас новый корм для червей. Не первый раз убитый, но впервые мертвый MC Pain. Постучите костяшками для нашего гостя. Он даже не догадывается, в какое дерьмо он влип. Он живой, живой! Чё за херня, где? Ты примерил на себя деревянный макинтош, и он тебе к лицу. Ты кто такой, Снежок? Ты что-то слышал про науку? Физика там, химия? Я кучу раз химию убивался. Походу и сейчас спайсы неплохие, долго держат, сука. Но раз уж я тут, расскажи мне про это место. Нет, бро. В этот раз тебя убила навсегда. Меня зовут Боб Шмарли, и мы с Альбертом покурили, после запилили свой кладбищенский подкаст, где мы общаемся с новичками и старичками клуба. Короче, смотри, это как элитный клуб для мертвых, где мы можем существовать сколь угодно долго, пока не решим направиться дальше. Что там, никто не знает. У нас с Бобом, конечно, есть несколько теорий, но они не проверены. Да, бро, я не свет в этот мир, а дрова несла свет в меня. Эйнштейн – гений нескольких поколений. Сейчас требования снизили, поэтому и ты здесь. Как нам сказали, за то, что ты звезда какого-то там Инстаграма? Ну или чтобы ты перестал посредством своего, прости господи, творчества испорожняться людям в уши? Но ведь я спортсмен. Я убивался кучей всего. Я бегал по утрам за догонкой. Плавал в бассейне полном шлюх. И не ел мяса, только отборнейшие бургеры. Почему я умер в 23? Черт. Ох уж эти чертовы гангста-рэперы. Запомни, МС, в жизни, если ты будешь плавать, бегать и не есть мясо, то ты больше пробежишь и проплывешь, и ни черта не наешься, чертов американский даун. Не смей оскорблять рэп, ты в рэпе никто, я в рэпе кто? Запомни это, Снежок. Я всего-то навсего гениальный ученый. И это истинная правда. Нынешнее поколение настолько тупо, как восьмиклассница на вписке. Допустим, если создать искусственный интеллект по подобию рэперов, а в противовес взять мой мозг, то тима рэперов на необитаемом острове не сумеет посчитать окружность дамбы и найти восток, имея в руках компас, рулетку и бинокль. А я уже буду как 2 часа звонить, заказывать пиццу и шалёх из самодельного телефона. Е-бой. Короче, ты тут по-любому надолго. Не хочешь с нами на подкаст залететь? А что нужно? Да, в общем, ничего сложного. Курить и говорить микрофон. Тю, тогда конечно. Я только этим и занимался всю жизнь. Со мной вы засияете ярко.